Падающая ладья представляет. We must take the eggs to the site of my old monastery. Once there, you can infuse your elemental dragons with the souls of the Fulcrum's guardians. Is this gonna hurt? I have no idea, but I'm sure you'll let me know, Джей. Итак, всем приветульки, и пока есть времечко, снова поиграем в Лешку Ниндзяго за цены Ронина. Все-таки ее давно пора пройти. Капец, 2023 год, чисто год, когда я все, что попало, заканчиваю. Вообще все. Школу, всякие старые вещи открываю. Летсплеи заканчиваю. Охренеть. Так, возвращение на остров Чена. Окей. Почему бы и нет? Так. Блин, чё опять? Нет, только не это. Нифига себе. Call forth your elemental dragons. Что у них с крыльями? Они, мягко говоря, совсем другие. Да. I think this is gonna work. I think we're gonna find where Ronan's taking the Primal Fulcrum. I think we're going to the most dangerous place in all of Ninjago. Is it too late to consider another plan? Да, черт возьми, опять эти полеты. Еще и драконы такие яркие, просто капец. Ну, тройничок уже есть. Читать идти. Нифига себе. Короче, читать эти субтитры, как обычно, просто... Ну, просто бессмысленно. Эй, а почему сейчас не засчиталось? Так, на часы. Серьезно, почему не засчитывают? Что, серьезно? Кстати, укол почему-то вон такой. Почему укол фиолетовый? Реально так странно. Словно дракончик Лойда. Что за прикол? Как я так быстро все собрал? А, я просто подобрал, ладно. Игрока Джей Кола, понятно. А, то есть три и поочередно. Понял, чтобы за каждого. Ну, видимо, либо следующие дадут еще, или не дадут. Так, дайте мне персонажа. Ух ты, Джек. Профсер. Окей. Ну и куда мы? А чё остров? Путь к острову Чена такой опасный, что ли? Не может быть. Что это за бомба? И, конечно же, я на неё напоролся. Почему я не могу стрелять? Алло. Почему? Yeah, it looks pretty thick down there.
Ух ты, нифига себе. С первого раза все готово. Удобно. 52%. Штурм. Что-то знакомое. A group traveled through here recently. Just hope one of them was Ronan. I owe him for what he did to my mom. Но он ей просто память украл. Ни хрена себе, как он это сделал. А почему в наборах такого не было? Это нечестно. Кстати, эта деталь Бионикла, это же охренеть. Это перекрашенная деталь Биониклов. Вот это точно была... Ну, кого-нибудь. Даху там. Металлическая, конечно, но все равно необычно. Так, неужели весь уровень, то есть всю главу мы будем ходить с оружием? Понятно. Короче, в них не стреляй просто того. А чё, можно даже без оружия? Ну почти. Пальму так не продаешь. Хватит мне пинать. Не-не-не-не-не-не. Пять из десяти, ну-ну-ну. Чисто баллы поебли. Камера сдавила, а пальмы нет. Что за прикол? Хорошо, что профессионал на месте. Теперь оно вообще разом заряжается. Это же Ронин. Ну, мне все еще есть детальки. Кстати, у него тоже биониковая деталь. Что-то по мне даже не мацнул. Ура! Похоже, все Джей готовы. Ух ты, нифига я. Так. Нифига. Снова собирать. Всякими мехами. Так, на какую кнопку? На какую кнопку, алё? Странно, я зевнул. Вроде бы должно быть не скучно. Эх, так. Трали-вали, та-та-та. Ух ты, это кто еще такой? Эй, лягушонок, ты чё тут делаешь? Тут же опасно. Так, вы получите урона от ракеты Корди Призраки. Спасибо за спойлер. Ну, в принципе, на острове Члена же тоже кто-нибудь жил. Раз тут столько... Только строений. Самых разнообразных. Все одного темперамента. И что же это? Так, надо бы быть побыстрее, а то я немного офигел. Спасибо, но, к сожалению, у меня снова дежавю. Просто дежавю бегу.
Опять. А, вот теперь не надо вот это попадать, да? Так, в чем дело? Ура, прикольная деталька фиолетовая. Ой. Блинский. Блин, чё ты встал? Подонок. Какой же он медленный. Какого хрена? Так, огонь не считается. Не считается, но почему ты стоишь? Все, я прошел. Прошел, то есть. Ну, я чуть не смотегнулся, так что извините. Извините, мата сегодня не будет. Ну что поделать. Мое кольцо. Мое великое кольцо деталей. Ну как же так? Так. Так в чем же дело? Да они вообще пропали. Кстати. О, вот это круто. Вот это классный персонаж. Интересно, он будет становиться металлическим? Если нет, я обижусь. Кстати. Охренеть, я снимаю. И уже 52 тысячи деталек. Кстати, у меня случаем... Да, у меня красные блоки же открыты. Тогда все логично и читерно. Ну, пофиг. Чё, зря покупал, что ли? Да блин, мое кольцо детали. Ну чё, вы офигели, что ли? Дай сюда хоть одно. Опять эти пальмы, блинский блин. Ой, блин, тьфу на вас. Ну, получается, все-таки разрушить что-то получится. Придется. Придется. Откуда эти детали? Что это за рога такие? Так, вот. Нифига, это что еще за троянский конь? Блин. Кстати, где самурай? Я же не всех раздавил. Да не всех. Где они? Это нечестно. Мурзилка. Просто говорю рандомные вещи, чтобы можно было что-то сказануть. А теперь он перед нами вышел голеньким. Голеньким таким, таким сиким. Голеньким, то есть без своей черной бураны. Ура. Эй. Ну что с вами? Так что мне надо делать? Всем готово, а что дальше? Они уже здесь. Да хватит вам. Прикольное добивание, прикольное.
don't see a door. Okay, now I do. Да, это действительно. Действительно, то самое место. И тут. Парец члена, наверное. Ну блин, все готово, кроме этих ракет чертовых. И придется это все перепроходить. Вот блин. Дэн, дворец члена. Разбить все артефакты, дан-дан-дан. Неправильное блюдо. Okay, now I do. Stop them! Ronan must succeed! Hey, that's great news! He hasn't succeeded yet! And he's not going to. You, quickly, hide that blade! А где Зейн? А вот он, ладно. В касцене его не было. Так, теперь, видимо, они всегда будут вот такой вот компашкой полной. Полной целой компашкой. Целой такой. Какую статую? А, понял. Ладно, пофиг. Да блинский. Что за фигня? Ну черт возьми. Да, действительно, такой моментик был, что в горшке был вот такой нефритовый клинок. Сколько деталей надо? 16 тысяч. У меня уже половина есть. Как-то все странно. Здрасте, да. Я с конфетти прикольнее. Ну типа. Типа веселье. Спасибо. Не понял. Не понял. Понял. А, понял. Ну сейчас. One more to go. Понял. Готово. Бумс. Coming for you, Ronan. Мы пришли по твою жопку. Оу. Окей. Well, unless he's disguised as a chandelier, he's not in there. А, мы отсюда пришли. Дурачелло. Ух ты, это же типа твоя комната. Только она какая-то пустая. Ладно, понятно, просто почему у меня какие-то странные штучки в носу. Хорошо, что они это помнят. Почему у Ллойда глаза Коула? Упущение.
Ну да, пока нельзя. Так. Это чё? Это здесь, да. Это твоё, вроде как. Хотя у Кола в комнате вообще было много еды, а не телек. Those windows just slide open, don't you? Yeah, but that wouldn't have made the awesome smashy noise. Ну да, так-то да. А вот у Джея уже были эти телевизоры, мониторчики, техника, все такое. Правда, зачем так надо было делать, вообще непонятно. Ну хотя Чен типа богат, типа почему бы не сделать? Ew, that stuff's been in there for weeks, Cole. I wasn't gonna eat much of it. Uh-oh, more of Ronan's men. I guess we're on the right track. Ну и ну, чистая классика. И кстати, вот это место, это реально здорово. Потому что... Ну его показывали прямо таки недолго. Ну тут, конечно, миниатюрно так, но все равно здорово. Разбить все артефакты в галерее Шина. Ну как хотите. Как хотите, но я хочу за другого. Только за кого? В смысле? А, ну ладно, мы пришли без Мисяку. Ой, блин, пофиг. Дайте мне уже кружиться, черт возьми. В смысле, откуда? Почему ты постоянно замораживаешь фонтан? Ты такой странный чувак, конечно. Так еще он стал розовым. А еще, кажется, закрывай динамик. Нет, нет, здесь правильно. Ладно, мне надоело. Ну блин, закружи все и все. Так. Да-да-да. Ух ты. Вообще-то просто токс. Ну неважно. Хватит тебе с ними возиться, пошли уже. Да блин, попрыгали. There's no handles on the door. Fang, is that you? Did you bring my food? Sure. You wanted the wushu pork, right? Oh, no! I wanted the meal from the picture! Oh. If you want to be nice and safe from those ninjas behind this door, then you'll get me the right food. Oh, right. Sorry, I'll order it up now. Oh, wow! It's like one of those machines in Chen's noodle restaurants. You have to pick the ingredients, and then it makes the meal for you. Так вот она в чем загвоздка. Какое блюдо сделать? Неправильно, хорошо. Ничего. Ладно, видимо, тут будет еда. Наверное. Что такое? Это неправильно. Его и возьмем. What is that? That's not what I wanted. Yuck! Oh no, that's just a waste. Согласен. Если что-то съедобное, все равно бы хотелось бы скушать.
Так. Эй, алло. Вот это значит, да? А дальше что? А дальше колесики. Это? Или не это? Не, явно вот это. Да чё тебе не нравится, алё? Кстати, а что если с печеньем? Кстати, как оно выглядит? А, тут просто всё смешно. Блин, так неинтересно. Ну, как хотите. Окей. Как на картинке. Похоже на пасту. Кто такой Фень? А взять с собой можно? Нельзя. Ну как а ты-то? Exactly how much I'm gonna get paid for doing it. You're doing this for some money? Oh, I'm not doing it for some money. I'm doing it for all the money. A man has debts to pay, you know. You have to stop. No, I really don't. Well, he's one. Summon your elemental dragons. Почти все. Ну там только один со скелетиком еще и все. Ну посмотрим, что же нам скажут. Ничего. Но тогда и не полетим. Я хочу забрать эту штуку. И в принципе, до конца эту фигню пройти, чтобы не было помех. А можно... Нет, 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 не надо, не надо, не бейте, пожалуйста, не бейте, не бейте. Как же они легко убивают. Не бейте, не бейте, не бейте, не бейте, не бейте, пожалуйста. Вон отсюда, мне надо дальше идти. Странно. Прошлый прямо вот с трех ударов и все. А здесь они и закончились, так? Нет, мои колечки. Ура. Ну все, нафиг все. Нафиг это самое... Туда. Так, вот этот... Кто ты? Давай напомни свое имя. Ну же, напомните его имя. Костяш. Отличный человек. Отличный скелет. Ух ты. Интересно, интересно. Вот и комната Зейна, да? Стоп. Ай, Джея. Почему же тут?
Почему же тут лед? Ну что вы хотите? Ну так в чем дело, ребята? Я не понял. Видимо, просто к ящику дал проход. Все-таки один лучше отключить. Эта штука меня уже подбешивает. У вас от халявы я не откажусь. Нет, пофиг. Что это там происходит? А может быть и здесь будет этот самый красный блок новый. И кстати, интересный поворот событий. Вроде бы просто одна секретка, а тут такая локация. Ой. Упси-дупси. Так. Надо ниже. Надо посмотреть, что же здесь вообще есть. И как быть? Понятно. Что я подобрал? Наверное... Ой. Наверное, что-то прикольное. Нет, кактусы непобедимы. Просто пипец. Ой. Непобедимы, неодолимы. Так. Что за фигня? Уважаемые, хватит проводить. Что это? Не пойму. Серьезно, что это? Спасибо за щедрость. Но это, наверное, будет все-таки дороже. Нормально, аномально. Как дела? Нормально, нормально, аномально. Почему у меня вылетело? Что за фигня с этими кактусами? Нет, эта штука все-таки работает. И похоже, мы сделали на уровне все. Ну я тогда дособеру детальки. Да, тут ничего особенного. Ты что делаешь? Да что ты делаешь? Совсем дурачку. Что ты делаешь? Видимо, так нельзя. Like a woman. Women. Да ладно, ладно, валим отсюда. Готово. Так, теперь что у нас? Шестая, четвертая. Да, шестая, четвертая и девятая готовы. Нифига, как я быстро, оказывается, выполнил эти уровни. Кстати, раньше ведь я не щадил, раньше я щадил память и снимал только по одному уровню, а теперь сразу по три. Я говорил, что нет, вряд ли глаз, я все равно так делал, потому что так быстрее. Между мирами, ну-ну, забавно. Но это в следующий раз, а то, блин, зажретесь.
Заживете и зажимемся, и мои глазки просто устанут. Ну так что там за красный блок? 500 тысяч. Но вообще-то недолго осталось. Значит, на него и накоплю. Так, вот серьезно. Вот джунгли, и у него глаза кола. Нифига, каменный вон дешевый. Хочу, но нельзя поддаваться соблазну. 500 тысяч, ну ты охреневший. Почему у Карлофа торс от Коула? Странно. Да и в принципе предшественников это Ронина. Сотка, понятно, нет. Ну, видимо, все. А что еще надо-то? Да хрен его знает. Может, все-таки что-нибудь еще пройти, а то вообще ничего так, вообще отстой какой-то. Правда, что такое еще можно пройти? Кстати, может реально на первый уровень, потому что там первые два уровня, ну, прямо такие ничего так и можно было бы уже пройти. И еще лучше приблизиться к концу игры. Боже мой, почему такая жара? Я вспотел. У меня волосы запотели, просто кошмар. Ой, и бочки заболели. Бочок потик. Да. Ладно, посмотрим все равно. Так, остров Чейна. Чё, тут всего один? Ладно, окей. Точно, у меня же тут крестик и все. А дальше там череп и что-то еще. Ну, посмотрим. Да-да-да, вот здесь я забрал Скайлор. Вот за этой решеточкой. Где очень-очень много вкусных деталечек. Ням-ням-ням. Так, верните мне кружицу. Мою волшебную привкусную кружицу. Кстати, попугая не замечал. Попугая я не замечал. Так, где же ты, сокровище? Конечно же, здесь. В таком укромном местечке. Кто же здесь будет? Ну ладно. Ну, спасибо. Хоть и ничего особенного. Очередной скин. Готово. Уже 57%. Идем дальше. Кстати, первый уровень прямо такие с вайбом Индиана Джонса почему-то. Идем, потому что ловушки, все такое. Раскопки. Giant muffin. Come on. It might be scary, but we've got a mission to complete. Did that snake just move? And those are the traps I was talking about. Aw, oh, they're pointy. Обожаю музыку этого уровня. Она такая загадочная и в то же время успокаивающая. Так, а это я делал, но не важно. Эй, больно же. Так. Блин, что-то громко. Меня перебивают. Как-то просто. Тень. Тени Ронина, тени нет. Кстати, обычно красные блоки именно на третьих уровнях находятся. Немного странно.
I didn't mean that! I apologize! Good spikes! Nice spikes! Run! Again! I think I can stop. Я раньше не замечал, какой необычный у него ирокез. Да блин, давай уже! Или... Хотя давайте посмотрим, чё б нет. Прикольно вышло, мне по... А чё не опускается? А, всё нормально. Прикольно вышло. Бам. И причем тут старые варианты скелетов, старые модельки, старые молды и все в этом такое. Так, кто же нам понадобится? А я и не знаю. Ну давайте просто Мисако. Блин, как же крут вот этот бесконечный, выгоди, бесконечно кружится, просто пушка. А вот и нет, он просто так появился. Так, вроде слева прикольная монетка. Прикольная такая монеточка. Эй, да какого хрена? Эй, ну и где? Во. Нормалек. Прикольная фиолетовая монеточка-таблеточка. Хотя закидываться таблетками это немножечко не очень. А почему он там? Он офигел совсем? Явно офигел. Хочет звездюлы от меня получить. Ну ты что было совсем... Кстати, это немного нечестно. Из скелета такую тушу делать. Эх. Я бы испугался, если бы был скелетом. Куда ты за мной? Что у нас на обед? Блин, там эти... Там эта золотая херня. Я даже не знаю, сработает ли она. Вообще не знаю, хера. Но она подсвечивается красным, значит, мы все еще ложки. Блин, ну что за хрень? Чё зря играли, ё-моё. Да, ладно, валим тогда. Раз нам делать больше здесь нечего. Обидно. Придется заново перепроходить в следующий раз. Ну что поделать. Так, сейчас вроде должно быть 500 тысяч. Тысяч. Так, не ломайся. Не ломайся. Хм. Да-да-да, спасибо же. Блин, чё, не хватает? Вы охренели? Ё-моё. Надо еще что-то сделать. Где же нам еще побывать? Я не представляю. Пещера отчаяния... А может и не бесполезно. Может мы там как раз и получим этого... змеёныша. Всё-таки тут еще много персонажей. Так. Давайте все-таки попробуем. Вот блин, и не с того уровня начал. Ну ладно, тут уже этот крестик есть. Давай сюда искать. Так, 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 так. Чё, по кругу сразу, да? Вы представляете, что это значит? Мы красавчики, мы победили! Но лучше сначала сэкономить. Но персонаж есть, да. Эти змейки действительно на этом уровне. Блин. И все-таки... Какое счастье. Ну и раз... Блин. Ну и раз начали, то лучше допройти. Так, алло. А вот и она.
Фу, хорошо, что они пискляют. Да блин, почему нельзя пропустить? Что за Ланселот такой? Не-не-не, Objects, faces, places, creatures. Ну и зачем эти выкрутасы? Really да, и нам дали этого левого конструктая. Ну тот, что слева, а не то, что фиговый. Кстати, ножки у них вообще ни разом не короткие. Кстати, интересно. Хотя, пока мы на уровне... Детали не суммируются, так что ладно. Блин. Ура, потрясающе. Да, я понял, понял. Все-таки придется его купить, потому что... Ну, детали не суммируются, ё-моё. А там вот эта золотая штучка. Золотая жила. Нам она нужна. Но персонаж открытый, и это нам многое дает. Куда? Эй, сюда. Почему такой дорогой жгут? Я не хочу столько тратить. Лучше до 10x домочить этих деталей и все. Не поддаваться соблазну. Капец, вот ведь жадина, а. 250 за такого важного персонажа. Но иногда же надо. Надо, а то чё все важные такие дешевые посотки. Так, отстаньте, мне нужен камень. Камень дайте. Какого хрена, я так не играю. Отвлекай, Зейн, я тебе помогу. Камень. Какого хрена? Почему меня бьют? И где они? Наконец-то. Камень с души. Итак, вот он наши 500 тысяч. Кстати, интересно, они будут суммироваться? Осталось их только включить. Активируйте голос... то есть, этот бонус, чтобы стоимость найденных деталей увеличилась в 10 раз. Да, и теперь... Теперь точно 4 классных блока. Классных красных блока. А на это зачем 250 тратить? Непонятно. Кстати, как интересно выглядит. Так, это здесь, да? Та же проблема. Но там еще один пирс, но... Уж не важно. Куда бы пойти? Ну давайте 7-ю главу попробуем. Итак, уже вижу, что тут надо что-то для Зейна. Только интересно, что. Кстати, они ведь сюда действительно без Зейна приходили. Очевидно. Кривозуб. Ну прикольно. А вот и путь. И здесь снова топить. Топить баню.
Так, а это зачем? А это чтобы выбраться. Прикольно. Вот это щедро. Что? Что? Нахрена это? Нафига мне такой красный блок? Я не понимаю, в чем смысл вот такого вот бонуса? Все-таки миссии с транспортом, они очень легкие. Прямо слишком. Серьезно? Ну, видимо, для развлекаловки. Готово. Так. Надо бы еще этого пятого найти. К сожалению, на уровне надо всех врагов отдать только Даруту. Их всего 5. К сожалению. Нем. Придется перепройти опять. В который раз. Но, видимо, в другой раз. Теперь вниз по ледяной горе. Стоп, а как я уровень пропустил? Ладно, не важно. Тут тоже надо что-то сделать. Да, снова этот ваш Ice Cap и все в этом духе. О, нифига. Ни хрена. Вот это да, вот это у меня взяла, конечно. Кстати, розовый ниндзя реально приятный. Очень приятно. Теперь настоящий, а не просто там какой-то бах, систем и все такое. Так. Ё-моё. Куда? Кстати, что мне надо сделать? В смысле? У меня же такой же был. Музыка подходящая. Серьезно, у меня же жгун. Но он, блин, идентичный. И стоит всего 50 тысяч. Кстати, у меня почти миллион. В общем, необычные дела. Очень необычные. Гремела, пожалуй. И тебя, пожалуй. Деньги-то есть. Поэтому чё б не взять. Каменный лазутчик. Прикольно. Остался последний шаг, последний шаг. Не попасться. Ох, какой говнюк, чё ты портишь всё? И чё ты прыгал, а, говнюк тупой? Обещал без мата, а ругательства всё равно остаются. Надеюсь, лава ни на что не повлияла. Да, кую железо пока горячо. Известная ачивка, которую получают за выплавку железа в Майнкрафте. А тут их вдруг 4. Странно. Так. И пятого дайте. Зоджится наконец-то. Где же их искать? Блин, что за приколы? Так, прыжок. Ам-бам-бам. Так. Упс. Ух ты, уже 104 тышки. А почему направо нельзя?
Вот оно направо. Да справа же ты ломала. Спасибо. Ну, не за то, что сломали, а просто за гостей. Так. Ну ладно, давай куплю, чё уж. Блин, что-то с безграничными возможностями этих монеток это как-то читерно. Очень читерно. Очень при... А у меня совсем немного осталось. Ну и ну. Ну, кусача мы в следующий раз опробуем. Капец, чё я запинаюсь? Запинаюсь, пропускаю слова, вообще странно, чел. Ну, вроде все. Это все. Больше сегодня смотреть нечего. 63%. Круто. Очень круто. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкусики там, если хотите. И пишите комментарии. Вот комментарии вот интересно почитать. Даже ну, просто хоть какой-нибудь прикол. Анекдот. Ну просто любой прикол. Прикольно же почитать. И лайкус. Блин, просто класс для продвижения. Лайки это же бесплатно, так что... Чтоб не уделить этому внимание. Правда, немного глупо об этом говорить в конце, потому что никто до сюда не досмотрит. Эх. Короче, в любом случае, спасибо за просмотр. И я желаю вам счастья, здоровья и, в принципе, успехов в личной жизни. Ну или где у вас там жизнь. Все, всем удачи, спокойной ночи и пока.